В ночь с 8 на 9 сентября в Сергиевом Посаде начали менять автобусные павильоны. Старые остановки демонтируют, посадочные площадки по возможности расширяют. Заменят павильоны по проспекту Красной Армии до остановки ПМК включительно, на Новоуглическом шоссе в черте города, на Ходьковском проезде и на улице Куликова. В Ходькове заменят 4 остановки по улице Михеенко. Автобусные остановки уже принимают, я так понимаю, более все-таки комфортабельный вид. И мы уже видим, какое основание, с лавочками удобными. Кроме того, планируется обеспечить их подключением Wi-Fi. Значит, и видеонаблюдение. Пассажиры, которые пользуются особенно социальным транспортом, мы тоже неоднократно говорили, уже могут непосредственно с остановки для удобства подключиться к приложению «Транспорт» и уже понимать, где социальный автобус движется. Все это будет показано, через сколько он прибудет уже на автобусную остановку. На улице Куликова остановку 14-я школа по просьбе жителей перенесут к магазину «Дикси». Автобусный павильон установят на территории заездного кармана. Всего планируют заменить порядка 40 остановок. Работы должны быть завершены к концу сентября. Галина Куцова, Екатерина Фурсова, Михаил Кирсанов. Программа «События».